Привет, я Малурастер, а это нефтевышка, которую мы будем кемпить со своего дома на воде целых 100 дней. Так как Потик отправился в растерский отпуск... Я влюбился в Одессу, столько девок красивых, просто охуенных. Вообще, короче, огонь. Моим тиммейтом в этот раз будет 20N. Ну, я не знаю, где мы, у большой нефты селиться будем или у маленькой? Решай ты, пущай гляну тоже место. Не успели мы выбрать место для постройки дома, как увидели, что на нефтевышку вызвали чинук. Я каяк нашел, поплывем? Не уверен. Говорит, все чем будем. Ручками. Такой я клещ. На клещнях далеко не уплывем. Так, ну я не знаю, мне по идее должно хватить, я не буду перефармливать, лучше побегу уже с этим. Блин, прикинь, тут есть лодка на пляжу, у меня 7 топлива. Придя в фишинг, я переработал все компоненты, чтобы купить дайвинг-сеты. 113 скрапа, походу 7 скрапа не хватает. Тут осторожно, типов 6 пришло фишинг. Тебе надо, по идее, 7 скрапа зафармить, если хочешь дайвинг. Кого-то сдуло с Томпсона. Тебя? Да, я увидел. Не-не-не. Но я, походу, следующий. Дай бенд, друг, я помираю. Сейчас крафчу. Радуйся. Смотри, какие мудаки. Вообще нехорошие люди, негодяи. Оп-оп, подлутал одежду. Ласты, оп, ласты плюс. О, ласты? А еще что-нибудь есть? Я не знаю. О-о! Меч! Я забрал. О, компоненты. Набирай! Уходим быстрее. Блин, они забрали лодку, которую я хотел взять. Ну ладно, пошли куплю тебе баллон и поплывем. Иди бери задание. На тебе держу, слышишь? На твой баллон. Мы взяли задание на помп и поплыли в надежде, что нас не съедят акулы. Давай фастом, у нас не так много времени, там чинук уже пикает, я время не засекал. Первый кораблик и... акула. Без лодки тяжко. Нет! Пизда мне. Ну и со вторым корабликом тоже неудача. Чао. Культяр балет. Фарм скрапа. Смотри, я прям сейчас в воду скидываю 250 скрапа. Если ты поймаешь, то будет окей. Давай прям сейчас смотри. Вот без рога скидывай весь воду. Смотришь, давай. Смотри. Свинья. Я и ты свинья какая. Я забрал скрапа, лой. 250 скрапа он скинул? Да. Ладно. Я думал, он рофлит. Он там все скидывает свое. Прием. Кто куда? Я на дно. Копье нашел. Да все, выплывай туда. А, он ревнул, слышишь? Купив на выбитый скраб лодку, мы отправляемся долутывать риг. Let's go. Understandable. Я думаю, чел и риг слутали, и, может, не все забрали, может, попробовать долутать за них. Кстати, тут ночь быстро или у меня шиза? Да. Вот тебе еще две ткани на бинтик. Опа. А что это такое? Руб? Тушка пацанчика какого. Ну-ка. А где? Вау, бро! Чел, мое оружие! На. Вся лук! Пушим! Три хита! Меня убили! Там голый бомж сидит! Блин, меня тоже убил, прикинь, я его накоцал больно. Потерпев неудачу, мы не стали опускать руки и начали развиваться с нуля. Ну вот, не имется же этому тупому негру. Почти убил меня, он мне 2 хп оставил. Я бегу. На тебе металл. То хватит на мачете, на юоку. Hello. What's your name, bro? Долб***, это русский сервер. What? English, please. Пошел нахуй, сынца. Пролутав харбор и отхилившись, мы выдвинулись строить дом. Но опять что-то пошло не по плану. Это Томпсон. Они просто дальше убегают. Да как? Что? На тебя нахуй киенкой по голове, дура. И вот уже наша третья попытка. Я не отчаиваюсь и начинаю стартовать заново.
сладенький, у тебя что-то для меня есть или нет, я так и не понял. Вообще ничего нет для тебя. Для тебя ничего нет. Мне нужны твои ресурсы и все, что у тебя есть. Мне нужно только дерево на лук. Вот оно, кстати. Понял. На тебе. Ну, теперь привлечение внимания x1000. На коней собираем? На каких коней? У нас вон недалеко раньше. 20-й предложил хорошую идею, нафармить на седло и купить коней. У меня 44 скрапа так-то. У меня 119, может хватает. Ух ты. Мишаня шастает, прикинь. Не понял, ты куда мы его там, Black Horse, идешь забирать? Поехали. Так, если видим калашистов, то нападаем. Ой, это что, чел? Ой-ой-ой, убегает голенький какой-то. Ой-ой, у него палка. Блин, так это новичок. Ты видел, как он ресурсы с земли подбирает? Ну, за 1000 дерева спасибо. Чел сверху, будем убивать? Можно. Он фармит ледорубом. Снизу. Прям на мне. У него лук. У него ревик. Ты меня убили. Я ему 2 хита дал. Мы на разных, малой, побежали. Это я уже понял. Ну там, типа, в хата просто. Я забежал под хату. Хит убил. Это, наверное, его друзья? У него фулл инвентарь руды, сера, металл. Жесть. Я отбегаю, а то они вдруг за мной пойдут, если это друзья его. Меня убивает ревчик. Походу убил, голова 2 хита. Еще 2 убил, 3, все. Мне еще стреляют. Я слутал, отхожу. У них ревик с 2 обоймами у каждого. Блин, у меня просто фулл инвент. Некуда вообще даже лутать было челов до конца. Вот тут оружейник на вышке. Слутать? Блин, я вижу еще одного револьверщика, который бежит. Блин, ну я не хочу его убивать, мне даже лутать его некуда будет. Пусть он убежит лучше. Так, ну пока он там не раздуплил, куда ему бежать, и он бегает кругами, я убегаю. Я вот посту. Да я вижу, я бегу. Мне тут чуть-чуть осталось. Тот чел фармил серу и металл, но он не фармил камень, понимаешь? Подожди, так там же за серу сейчас магазины по-любому стоят. Я сейчас могу кучу всего купить, наверное. У меня и скраб есть с компонентами. Продам тиммейта, продам тиммейта. Если он черный, то дай 2. Вот он, продается. Вот огонь. А второй белый, к сожалению. Но он хорошо отсасывает. Вот это мне нравится. Это вообще, блин. Я могу купить и Томпсон, и ПЭшку. Вообще все могу купить. Я куплю Томпсон за 700 серы. Я изучу пистолетный патрон. У меня 100 скрапа. Мне хватит изучить и купить смоков. Да, я тебе дропаю, что скрапа у меня есть. Итого, я решил купить Томпсон и 1 ПЭшку. У меня осталось еще 2500 серы так-то. Точнее, даже почти 3. Сейчас я пульку изучу, быстро разгоняю. Так, нам скраб больше не нужен, я покупаю на все. Куда ты меня впечатал своим конем? Я застрял. Еще где там пешка моя? Иду за ней вот уже. О, кого-то скрутило. Все, пошли, на тебе твою пешку с патронами и гоу. А на выходе с аутпоста мы услышали, как падает дерево. Ой-ой-ой-ой. Он к дороге убегает. Конь. Убил. О, ресы. Я сейчас догоню ту фармилку. Не, не надо, малой, пошли. Там типы, вон уже на крышу вышел. Там чел на крышу с берданкой вышел. Где, корова? Не-не-не. Ой, под хатой, сейчас побегут нас убивать. Бежит, слышь, бежит прям уверенно так. С ганчиком для нас? 2, 3. Убил его. Ой, блин, берданка. Захилься. Ну, 2 хита дал. Коня убивает. Но мы не слутаем, наверное, или что? А, уже бегут еще тиммейты, надо уходить. Да, вижу. Ай, да как у меня... 2 хита. Ты хоть выживешь? Да выживу. Но меня отстанут, мало, ты же понимаешь? У нас грид в арбалетчика.
Убил обоих ревиков. Угу. Беги, потому что они бегут за нами. Ты? Тихо, тихо. Я расчехляю волыну. Мы можем принять на самом деле. Мы не можем. Потому что их много? Да, да, там три минимум стреляло. Ты посмотри, где какие тут рельефы. Мы сейчас, может, еще и не убежим, блин. Бля, бегут, реально. Больные люди. Уходим быстрее. Но медведь бы понадобился. Понадобится явно камень на дом. В теории надо драпать. Блин, большой Рик опять лутали, его вообще нон-стоп лутают. Тут уже можно строиться, вот тут ближе к низинке, наверное. Да, вот это место мне нравится. С первой миссией мы справились, это хорошо. Услышав первые выстрелы, я сразу решил выдвинуться на знакомство с нашими новыми соседями. Туда челы на коне бегут, потом чел на коне еще. Кого-нибудь подловить, кто уносит лут будет. Походу ты умер. Но я могу зайти ему в спину. Суть в том, что людей здесь нахуй дофига. Нахуй вы бегаете сюда, идиоты, блядь. Ну они отходят, блин, но тут далеко. Этот домой бежит. Я почти убил, и меня почти убили. Я хилюсь, у меня... Боже, меня с калаша убили. Надо их отыметь, я думаю. У нас тотальное обнищание дома, ты видел? Слышишь, а по факту мы же можем магазинчик-то въебать. Это понятно. И дизельки продавать. Так это на то и расчет. За работу, товарищи. Четыре барельки кидаю. Они нам все равно пока не нужны. Берданка. У нас под хатой Берда 20. Прямо я сделаю. Убьем его. Он не один. Двое минимум. Он бежит к тебе на РТшку. Он пробежал один к тебе. Я ему дал хит с Арбика, я его не вижу. Он слился с местности. Я ухожу, засейвлю свой рез и вернусь. Без фонарика тяжесть тяжкая. Да есть у них фонарики, брат! Я умер, три хита ему дал. Он сел в куст просто в поле. Малой. Ты убил, не? Нет, еще туда типа пришли. Я с ревиком. Его нагнули. Убил! Фулл сет с Бердой. Я кручу. Он лежит посреди камня, сейчас тиммейт придет. Уже тут тиммейт. Он его поднимает, скорее всего. Ебаный хит, малой. Еще два, я умер! Нет, что? Блин, а у нас дома ревик с одной обоймой остался только и все. Сука. А я тоже не добил лежачего. Я иду еще с ревиком, походу на них напали. У меня ласт ревик с обоймой. Убил. Ластова? Не знаю. Взял Берну. У него фулл инвентарь сетов. Я бегу. 200 скрапа. Бегу домой просто. Просто до сейви. Я сейчас приду, долутаю. Я зашел домой. Найс. Ой-ой-ой, ебать ТНК, малой. Ну, я говорю, там 4 барельки было. С этими файтами я и забыл, как закидывал 4 дизеля в карьер, и на утро, пока я изучал первый стак 20, сходил за получившимся ТНК. Косарь плюс 300 нефти. Блин, слушай, а может на речку сходим, еды наберем на будущее, а туда морезаться не круто. Так, плотный сбор урожая, погнали. Тут фулл речка неслутанная, джекпот. У меня 84 тыквы, 78 кукурузы. У нас чел на скале кемпит с чем-то, у него оружие. Чел, моя тыква! Фух!
Отлично, теперь у нас есть дешевый действенный отхил. И пока я отходил от компа буквально на 15 минут, 20-й залетел на нефтевышку и начал кромсать типов. Я нашел лодку. Так сколько у тебя челов? 2 чела. Я плыву. Я заплываю. Но не успел я приплыть, как 20-го скосили. А где ты был? Да поднимался наверх. Да, там же бегает. Я залез. Крайне трагично, что ты умер. Я эту лодку искать. Вижу на взлетке. Еще ему хит дал. Хит ему дал еще. Заплывай. Голова. Он бинтами хилится. Он спрыгнул в воду сзади. Убил его. Калаш под воду упал. О, щитки. Калаш падал куда-то сюда. Сейчас попробую найти. Нашел. Первая нефтевышечка. Ну, почти первая. И уже фулмод калаш на базе. Карга там уже по-любому по 10 челов сидит. Там нам точно не судьба. Ну, калаш берданка это хорошо для next рига, желательно сохранить. Ну, надо пороумить, выбить ганчиков, ресиков. Надо вспомнить, один квадрат это вроде 100 метров, да? А у дрона дальность, по-моему, 250 метров. Если построиться на D28, то мы долетим. Но чтобы там построиться, нам нужно не всраться, сколько ресурсов. Ой, точнее, очень много ресурсов надо. Там на крыше СЛР-ка сидит этот олух. Он сидит в кемпе тех челов. Крошка моя, я по тебе ску... Ой, извините, видос идет. Кринжа накинул, ё-моё. Ох. Это, кстати, стороне перераба прям. Убил фулсет. Дорожные знаки. Перераб! Убил Берду. На мне 2 чела, один в топ-сете еще. Ой, малой. 120 храпа, куча ресов. Надо сейвить, надо сейвить, надо сейвить, надо сейвить. Лутай. Ты Берду взял? Да, я забрал. По тапкам. Еще чел. Убил. Хорош. Я не лутаю, ухожу. Сейви, да, у меня около, я бегу. Сейчас тиммейты еще придут. Убил я лучника. Там чел убегал в твою сторону. Сейчас, погоди, да у меня тут соседи с нейлганами. Я засейвил. Ты сейчас крапа почти. Чел фуловый бежит. На мини-РТ. Я иду. Убил его. Хорош. В нем много. А, там еще щит бежал, слышь, малой? Убил. Лутай. Ходи, короче, я поприкрою пока все здесь. Ни с места в доме нет. И эти моменты я вставляю совсем не для того, чтобы потешить свое самолюбие или показать, как хорош я в ПВП. Вскоре вы поймете, зачем это. Кчау! Блин, немножко камня не хватает, я бы второй этаж построил. Иди фарми. Я ничего не вижу, все, я АФК. Это снова та хуйня, я ненавижу этот дом, малой. Чем тебе-то он не нравится, животное? Да редкостное. Это ты. И после обустройства дома мы решили отправиться в метро за компонентами. Поехал вниз! Еще видел спускался? Пошли. Он убегал, я слышал. Эти уезжают. Вижу, он вообще снизу. Убил. Хорошо. О! Берданки 2. Вызывай вниз просто и все. 20-й! Это не я сделал! Дорогой, ты куда? Я ракетницу успел забрать. В лифте, походу.
ножичком. У нас здесь есть ракетница, а ты попадешь? Да, я могу тебя дропнуть. Поезд уехал с этой станции почему-то. Попробуем все-таки с нее. Не, вот так опасно ехать на самом деле. Конечно, опасно. А ты думал, будет легкая прогулочка? Стреляют! Спрыгивай, спрыгивай, спрыгивай! Вот он, вот он! Это я потом. Нормально все. Че, он соло, что ли? Поезд! Правая сторона! Вижу. Бля, мало не промах, брат. Будет сложно. Много убил! Голову дал! Убили! Ой-ой-ой! Вот тут еще один высадился. Ой-ой-ой! А что в первом? Что, все в том мейн весь, типа? Да. А, нифига, он бомж. Серегу пирата первым сваншотил ракетой. Водила, походу, был. Тут конкретно я к Чао получилось. У меня пятихатка теперь скрапа, плюс куча компачей. Я могу проехать сюда, что у меня все равно ганы одни. Эх, сейчас бы подняться и эфочку бы словить. Бэк! Домой, бэк! И подняться на лифте нам уже удалось, к счастью, без происшествий. Так, ну это, за деревом. Давай, я как раз топор тебе дам. Дерево порубишь, поговорим. Так, осталось почти 700 скрапа. Так, ну нам один фиг нужен компьютер стейшн. Я думаю, это логично, поэтому я иду до него. Сразу изучаю дрон. Что мы делаем, Алой? Фармим и строим. Пошли. А поскольку первый день уже подходил к концу, нам нужно было ускоряться с фармом ресурсов. Вот опять коптер летит с Рига. Два коптера летят с Рига. Блин, так он не слутан, что они там делают постоянно? Очень он слутан. На хату надо подводную не так много резов, на банальную 2 на 2. Но проблема в том, что я не знаю, какую именно строить. Ну, сейчас можно еще пару ходочек, я, наверное, какой-нибудь МВК-квадрат у нас в доме сделаю со всеми мейн-резами. Не знаю, пока еще онлайн есть, можем сходить с ракетницей в метро еще раз. Дофармить сразу скраб на третьей версии, все это делом. У нас компоненты еще не рекнутые лежат. Да, может, я к ней пойдем, что ли? Звучит как, конечно, не очень безопасный план, но это необходимо. Возьму калаш. Интересно, кто-то ночью ходит? Рек должен быть недолгим. Все, спокойной ночи, мой сладенький. Муа, целую тебя. Да, правильно, давай. Под конец я еще укрепил дом гаражками и наглухо застроил бункер. У тебя должна быть часть такая большая, выпирающая. А, то есть это? Так, я тебе все передаю, наверное. Я опять застрял. Оп, это ко мне, могу помочь. Я воздержусь, друг. Тилла-ла. Какой-то пупсик стреляет. Ой-ой-ой, брат, собирайся! О, надо их наказать. Пока я собирался, 20-й разведал обстановочку. И оказывается, пока мы спали, возле нас построилась большая база. Почему ко мне братанчик какой-то вообще самый или левейший? Левейший. Я вижу его на крыше. Но я его, скорее всего, не убью. Он мансует, блин, шприцами колется еще. Я не попал, боже, голову и все. Да лезь. Понятно. Убил? Нет, просто накоцал. Могу поставить, полезем. Убил. О!
Берда. Живи, брат, живи. У меня еще есть. Убил. На болт, возьми болт, днем. Сейви, уходи. Да, наверное, так и сделаю. Там в печке должно быть много, я бы еще потом вернулся. Ну давай тут, ты держись тогда. Забираются наверх. Даю по тапкам. Сейчас со штурмовкой вернусь в печку, грубану. Мамой! Угу. Пиши ресурсы. Давай, я сейчас приду. Он меня закрыл, да. Ух ты ж ебать. Убил? Нет, я живой. А пока 20-й сидел внутри дома и не пускал их в лутовую, я решил ограбить печь. Я тут быстренько в печке металл серо забираю. Забрал все. Я сейвлю рез из биг печки. Тут неплохо, в принципе. Ты макака в клетке? У меня закрылся. В смысле, тотально закрыл? Да, я сижу просто на печке. Думаю, мужики, я просто сейчас вообще ресурсы перекрафчу на хуйню всякую и типа там фармить это. И походу их всем всех оружие вы забрали. Моим соболезнования. Бля, мужики, я пока поплавлю, наверное. Что творит этот негодяй? А что делаю? 50 соло кудлоков и пистолеты эти водяные. Я думаю, им пригодится. Это все. Я кинулся сильно потолок. И вот, в очередной раз собираясь идти фармить, мы услышали это. Так, а ты взял ледоруб? Да. Сходим? Одна сачель, такое. Я думаю, вторая будет что-то. Когда думаешь, в жопу идти надо. Как бы нам, слушай, ночью пофармить-то? Кровать что сделаю? Подожди, так она с деталями? Она с топ-деталями, чел. Чел, так она на ходу. А. Может, съездим на джанк-ярд, залочим, заберем себе эту машину? Ну, хочешь, давай. Я бы не отказался от кемперки. Пофарим заодно. Пошли. Да там по две сачели в год взрывается, блин. Вижу, где рейдер, кстати. Ну, не сказать, чтобы быстро едет, но терпимо. Тормози, тормози здесь. Так, эту шляпу могут угнать, если что. Меня мэйби увидели. Так они, походу, уже застроились, не? Нет, нет. Минус один, фулл. Спина! Я умер со спины. Надо бегаться, малой, не дорейдили. Ну ща... О, тут, походу, первый сейчас спину убили. А где этот чел в моем сете? А, вот. За домом. Убей, убей. Я лежу. Он убил его, все, он убил его. Да я знаю, знаю, я не себе. У меня есть Томпсон со шприцами. Хилься. Лутает твой труп. Ну, чувака этого. Хорош. Ты убил? Да. Аккуратно, малой, может выбежать. Я умер. Блин, с палки еще есть? Да, есть. На квадрат, правда. Он куда-то стреляет. Есть берда, патроны. Такой вот сет есть, шприцы. Гаражка? Это хозяин! Он дипнул, он дипнул. Он просто снизу сидит. Видишь, да? Я вижу, да-да-да, я увидел. Подожди, не прыгай. Хит только дал. Он справа сидит, малой. Хорош. Фул, тут фул дип. Тут шкаф на локе. Я бегу, квадрат. Блин, сейчас ищу. В нем разрыва нашел. Заряжаю разрыву. Он по стройке киянка срочно. Шкаф минус. Потолок сверху, потолок снизу, я застроился. Теперь спальники, пока он дверь не закрыл.
Пальников больше нет у них все. А, почти, вот еще подъем с крыши, надо тоже достроить. Все. Ищенти рейд. У нас там машинка наша стоит, ее надо забрать бы. Сейчас посмотрю, что тут по ресам в целом. Ну, слушай, неплохо, тут и компонентики есть, и ресурсики. Что он вам сделал, чтобы нас начали рейдить? Это не ко мне вопрос, друг, я антирейдер. Ты говоришь, машинку нашу угнали, да? Пиздили, да, если быть точнее. Блин, машинка. А, он ливнул. Он же сказал, что ему здесь больше нечего делать, и он ливнул. Хозяин, не пережив такую потерю, заснул вечным сном. Смерть. Ой, собака! Удивительно, да? Все. Там бич уже бежит, это он, наверное. Ну да, он шприцы все потратил. Блин! Друг его пришел. Пожить, пожить! Подожди, это был фул голый? Да, это он по тебе стрелял. Блин, так это этот странный Аика со вчерашнего дня, я его помню. Пока мы были заняты рейдом, мы даже не заметили, как кто-то рядом с нами сбил вертолет. И услышав калаш, мы отправились туда. Я иду направо, просто напрямую. Убил фул гир, фул дед. Подлетаю. Убил еще фул дед. А мне оставь кого-то. Меня убили слушателя. Я калаш нашел, без патрон валяется, что? Ё-моё. Больной, что ли? Боже! Ты умер? Да, да опять в спину. Я сейчас с рейда приду, у нас тут есть сеты. Я нашел калаш свой. Убил. Что? ЛР-ка в спине, я сдох. У меня рядом с палки. Тут должна быть берда. Нашел берду. Обойма. Тут куча челов, резня. ЛР-ка под бугром, я с одной пулей. Голову дал одной пулей. Убил! Один остался ЛР-щик под скалой у тебя, с твоей стороны. Вижу, 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 вижу. Только хит дал, малой. Еще два дал, я умер на мне. Два я ему дал тоже. Там все лохопэшные. Этот убегает в гору. Обойма осталась. Я слутал. Он с моим калашом. Его убили с ревика. Чел взял калаш двумя хитами. Убил, 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 убил. Я слутал пушки. Он фуловый. Под тебя? Убил. Во мне чел, 129 скрапа, компоненты. Тебе где бежать? Да-да-да, лутать надо. Сейчас, подожди тогда. 20 вообще жесть во мне. Калаш! Ты живой? 15 хп, 15 хп. Я бегу, я бегу. Я отбегаю, просто на плюсовой, у меня 0 хила. Меня СМГ убило на фул поле. Боже, во мне вообще тонны. Я не знаю, я какого-то чела убил. Он убил меня с СМГ. Ну я СМГ только что убил. Ну значит он меня не лутал. Я не вижу на себе сета. Калаш нашел. СМГ забрал. Алло, ты фуловый, малой, все нормально. Значит надо лутать и уходить. Прикрывай. Ой! Убил одного. Я убегаю. Одного точно фул убил. У меня 30 хп. Давай, давай. Блин, а с вертолета типа взрывки не было или ее унесли? Я унес все. А там были сиськи с ракетами или нет? Мыся, где хозяин? А я убил его под верстаком. Ну, кстати, зажиги неплохо скоростными. И пулик. Калаш вон бери. Да, шуму на этом районе нам удалось навести. Мы сгребли все оружие и решили перенести его в наш старый домик. Это больше, чем у нас дома, чел.
Не понял. Так, блядь, я ничего тут не делал. Ты в этом уверен? На, смотри, ну оно, я сдаю его тебе. Вот, ну, не трогай бича. Ладно, ладно. Ну, я забираю камень, МВК, дерево. И как только были перенесены ресурсы, мы решили отправиться строить дом на воде. Так, я все взял для постройки. Минус один. Голова, второй минус. Фул. Мужички! Где лутает третьего? Переезжать надо речь. Пошли, пока они не увидели, что мы уплываем и не зарейдили нас. Да, да, да. Ты взял ТНК? Да. Лодочка прям. Я думаю, что в самый раз. Я случайно. Опа, я пока вкинусь, брат. Тормози, наверное, здесь. Ну да, где-то тут топы. И построиться мы все же решили на D28, прям напротив нефтевышки. Так, вижу дно. Ну, кстати, тут не глубоко, смотри. Вот я вот такие и сделаю. Я думаю, пока просто 2 на 2, выход в сторону Oil Rig, наверное, вот где-то вот тут может. Ладно, поехали тогда за ресурсами, апнем все это. Ну, по идее, инвентаря 2 камня сейчас как раз хватит, чтобы все это апнуть 2 на 2. Тю-рю-тю-рю. Чтобы нас по фундаментам не снесли, я поставлю в самый низ на дно турели. Металла я возьму пару тысяч, сотку МВК возьму. Хочу уже поскорее переехать в наш новый дом. Ты, кстати, вторую лодку захватишь, сразу к Киби поставишь. Давай. На тебе топливо. Мы с 20-м разделились. Я дал ему топливо, и он пошел забирать вторую лодку. Ой, там лодка плывет в сторону Рига. А точнее, в сторону нашей... Подплыла на нашу Кибу, там два голых чела. Он присел, я не попал. Голову дал одному. Голову. Мужики, что вы делаете? Ты лежишь? Ты убил его? Да, я лежу. Ну я там хитов 10 дал, я думаю, он умер. Блин, жесть, серф лагает. Чё-то их двое же было. Трое. А, это третий? Так, время апаться. Иди апай снизу тогда пилары сразу. Бил. Приплыло, падло, прикинь, еще на одной лодке. Они сейчас придут мешать на дайвингах с этими с гарпунами. Надо резче плыть снизу апать, пока они с гарпунами не приплыли еще. Ну это тяжело, ты знаешь как? Представь себе, знаю. Мост строил на карго. Дерева много у тебя еще? Тут чуть-чуть надо апать, чтобы не разрушили. Давай. Самое главное, чтобы не опало. А, ну так слышишь, этот чел-то уже с гарпуном плыл, у меня теперь гарпун есть. Ну, у нас есть теперь три лодки тут, отлично. Да, вроде все апнули. Да. Так, ну потолок я оставил, мы потом выдолбим. Плывем за камнем дальше, за ресурсами, на постройку. Тут еще неплохо так осталось. Потом уже будем трансферить лут. Короче, просто 2 цента. Вчера, когда вы дом строили, он бегал за ушко вас по дому и крыл вас, пока вы дом строили. Чё пиздишь там? Кого там крыл, кто? Ну вообще мирные ребята. 20 цент там с ушкой бегал. О, правильно, про лоха какого-то говорят, и нынчика. Кого там уже вчера крыл с двухтволкой, даже я такого не знаю. Я вот тоже, значит. Кому там дом помогал строить. Так, сколько у нас ушло на эти квадраты? Ну, то бишь, еще на 4 квадрата нам хватит. А это только половина от того, что нам нужно. Путь туда и обратно у нас занял меньше 5 минут. А по возвращению нас уже ждал какой-то неприятный сюрприз. Блин, 20-е, они, походу, моликами выжгли потолок. У них топ-лодка все это время была, оказывается. Боже, ну какие же черти, ну нафига? Ну, 3, по-моему. А мне делать реально, чуваки. Ну, блин, парни, что-то изи вообще. Ну, ладно, мы еще построим. Что ты забрал? Не беда. Блин, парни, что-то изи вообще, изи. Ладно, давайте мы тогда поплыли. Да, все, счастливого пути, до свидания. Ну, спасибо. Конечно же, мы не собирались отступать.
А что там вдали стоит? Стенка металлическая. Блин, ну если мы сейчас начнем строить, они нам точно помешают, думаю, да? Ну, у нас есть сера, у нас есть третий верст. Нужно только разрывной патрон изучить. Есть еще такой вариант. Такой вариант нас тоже устраивал, поэтому я сразу закинул серу на плавку в печи. Заправил. У нас не хватает только скрапа на изучение самого патрона. Ты хочешь метро? Нам было необходимо еще 750 скрапа для того, чтобы купить коптер. Там можно под этим дотянуться. Вот бы эфочку, вот бы эфочку. Не надо, поэтому мы были вынуждены спуститься в метро. Понял. И общими усилиями нам как раз хватало на коптер, на котором под закат мы улетели домой крафтить разрывные патроны. Надо найти Берду, где был заряжен разрывной. Нашел. Это хорошо. О! Оп. Ты мне коллажи брать, да? Да, ну чё хочешь. Ну, остается надеяться, что они не сделали там какую-то нереальную дичь и не застроили его в край. Все осталось, по-моему, как и было. Там шкаф. Их спальники. Вот эту каменную стенку потом выдолбить сможем. Шкаф очистил. Кидай нам спалки тут. На ткань. Малой! Малой! Чё? Карга! Короче, сейчас я к шкафу дверь поставлю, чё я туплю. Лодка плывет уже на карго, малой. Я ткань выложил случайно, лан. Вон, Рик рашит, походу. Не, походу мы первые. Мы самые первые, он только что прям зарезался. Все, надо идти низ контроля, сейчас рашить будут по-любому. Ну-ка, умри. Доплавался. Ой-ой-ой, как же он пушит, это просто... Там, походу, еще и негр. Я не понял. Это водная полиция, куда мы направляемся? В могилу. На. Чит, мало. Ну, я тебе не скинул еще МЛРС-ку и пилу. Чел, на видос! На видос! Калаш, пулик, разрывной, 4Х, джаггер маска. Уф! Бери компонент, вот это застакую. Болт, МВК-сет, МВК-дверь. Не, ну коммент, что такое овилнак на пешке, конечно, говорит о многом. Да лутал. Да вроде есть доступ к дому. Да хорошо. Что-то мне подсказывает, что нашей топ-лодки уже давным-давно нету. Блин, ну я не вижу лодки. Ну там на прилежу должны быть лодки. Ну, чел, я не вижу лодок. Там сверху уже прыгнуло. Ну перед нами лодка, короче, на палку твою. После успешно засейвленного карга мы возвращаемся к нашему домику на воде. Наша дверь, наш шкаф. Наш шкаф, понял. Чел, мы камень закинули, все отхилилось. То есть мы вот эту стеночку ломаем каменную. А для дальнейшего восстановления нашего дома нам не хватало только дерева. Тех, что там, должно хватить, но я давай на всякий случай скрафчу еще немного разрывных. А, и топливо надо для коптера, точно. Блин, честно говоря, даже в ПНВ почти ни черта не видно. Вырубай свой фонарь. Так, я скидываюсь. 300 хп дорвей, 400 стенка. Будет больно.
Дорвея больше нет, супер. Пока что так. Это еще кто такие? Блин, у них походу дайвинги, они с Рига плыли с калашами оба. Быстро схватив свой дайвинг-сет, я отправляюсь за ними в погоню. А, один умер. Но он слутал его, да? Не знаю, у него калаш только выпал, ресов не было. А, подо мной, вижу. Хит, убил, все. Вижу, куда калаш выпал. Вижу калаш, нашел калаш, отлично. В нем калаш еще малой. А, да, значит он слутал с друга калаш, он его нашел. В нем только сет с калашом был. Ну и в моем тоже. Ну плюс сет с калашами. Найс. Таким образом мы нажили наших первых врагов, что добавляло нам мотивации укреплять наш дом быстрее. Сойдет. Слава богу, нас спонсируют и оружием, и дайвинг-сетами тут. Так, ну короче, смотри, сейчас на весь камень и дерево, что у нас здесь дома, мы строим второй слой, максимально укрепляемся и потом таскаем ресы. Чем надо за верстаком сгонять. Так, сейчас забираю верст. Жестко. Имба. 4 на 4 у нас вместо 2 на 2 будет. Еще за какие-то жалкие 30 минут первый этаж внешнего слоя уже был готов. Сначала сейчас переносим ресурсы, или сначала фарминг достраиваем, потом переносим ресурсы? Не, лучше сначала сразу принеси. Думаешь, нас тут не зарядят? Да не. Желающих много. Ну давай перенесем, полетели пока ночью. 200 топлива. Хватит. Вау. Я умер. Меня убило. Я прям под хату упал. Меня лутать пойдут. Меня уже лутают. Я ничего не сделаю. Я коптер залу засейвил. Ну осторожно, у меня сет с пуликом и ПНВ. Ну я коптер засейвил. Окей. Он теперь дринет? Он срейдит? И на второй 7 хп. Я иду ставить двери. Я могу садиться? Я никого не вижу. Да, он слутал мой сет с пуликом и убежал. Надо быстрее забиваться. Да, да. Давай, я одеваю топ-сет, сейчас калашом беру. И летим. Найс, собака сел. Блин, а корова-то на этот, на ойл. Да, да. У меня стрегегится. Да не, мы не попадем. Давай долетим до дома, быстрее скинемся. Надеюсь, хоть тут никто не кемпит. Давай, чек. Блин, в этом джаггере ни черта не видно вокруг. Полетели, перенесем еще ресы. Мы все равно, у нас есть минут 20, пока эти челы лутают. Они от нас никуда уже не денутся на своей корове. Два типа. Кидал. Повернись, повернись. Хит. 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 Убил одного, убил одного, убил одного. Один под воду. Хит. Убил. Я падаю. Корова! Коптер! По тебе? Да! Откуда? Они в фулджаггере! Я умер! Корова летит еще! Ракетница заряжена была? Да, 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 да. Кидал! Кидал, убил одного! Full dead! Где джаггер? Убил джаггер! По мне стреляет с коровой! Стреляй корову! Стреляй корову!
На лодке, на лодке! Вижу. Накоцало, я хилюсь, мне дали немножко урона. Их три. У меня элка есть. Тебе надо что-то решать. Голова одному. Голова одному. Они спрятались. Корова летит. Вижу водителя в корове. Он поднимает их, идет. Не попадаю, водителя надо. Они обратно летают, надо сломать это говно. Я плыву. В лодке сидят три фулгира, плывут куда-то. С ракетницей. На нас! Хит. Голову убил. Три хита, четыре, пять, шесть. Все, 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 все. На корове двое было. Надо дострелять корову, она горит вообще фул. Я светал, да, мой. Блин. На нашей хате просто жопа. Чел. Как сказать, что это максимальные похороны для нашего дома? Контентикс. Изиантеры. Блин, мне интересно, сколько хп я корове оставил? 117 хп, я почти сломал ее. А ты все три тела слутал? Или сколько их? Четыре, да, было, по-моему. Три тела. После такого жесткого файта не помешало бы и укрепить дом? У нас металла остается 700. Нормально мне бегать это с двумя срочками шприцов. Да выложим, мы сейчас рейсы переносить будем. Теперь у нас еще и два коптера. Ну, до поры до времени. Корова? Выглядывает, выглядывает. Давай на коптер, малой! Заводи. Сыночек, куда мы полетели? Нет, сори, сори. Сына. Бро, how do you feel? Пошел на... Брат. Ух ты, блин. Брат, полети. Летит, летит. Живи, брат. Смотри, смотри, падает как, хорошо. Лутай его фастом, и надо валить. Да, да. Ой-ой-ой. Калашик? Эклерка. Эклерка, каменная стенка. Полетели, у того калашик заберем. Спонсор сегодняшних МВК сетов с калашами. Какие-то неадекваты. Слышь, не пишет. Че? Ждите, мой раз. Ну и с первого пассажира мы тоже не забыли стянуть топ-сет. Балтивка. Красная карта. Шкипер. Красная карта, то, чего нам не хватало. Это, я не знаю, сколько людей нас уже хочет зарейдить, но походу этой ночью ты не спишь, бро. А почему я не сплю? Выхода нет. Спас возьму с красными. Вы только можете себе представить, сколько замесов, сколько экшена. И это только на переносе лута, а мы ведь еще даже дом не достроили. Мне кажется, за такое надо и подписаться, и лайк поставить. Места нет. Тут вот ящик есть сверху под подъемом. Сейчас еще один туда поставлю. Но первый этаж не рассыпется после залпа. Отлично. На продажу пойдет. Блин, ну я опять фуловый. Мы допустили очень грубую ошибку. Мы перенесли все в новый дом, ничего не оставив в старом. Каргошип? Надо, малой. Где? Он нам нужен. Эти компоненты со скрапом сейчас именно то, что нам надо. Улетая на карго, мы даже и не подозревали, какой сюрприз нас вновь ждет по возвращению домой. Чисти, я наверху, короче. Ух ты, блин! Ой-ой-ой. Ты бы видел, как я цеплялся за жизнь. Я видел. Лодка, левый борт, двое! Хит! Побил фулгир. Один залез? Залез! Залез, 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 залез! Я спускаюсь к себе. Он у ХП. Ой, он меня убил! Забрал калаш. Он лох ХП. Да он в могиле.
Ну чё, хватай коптер. У меня челы могли залезть на карго, я не знаю. 20-й уже успел вернуться ко мне на коптере, как вдруг. Типа и опять полезли со всех щелей. Чё? Хит. Где? Оба в воду спрыгнули. Фатальная ошибка. Пирожницу только решил съесть, вообще гонишься. 3 минуты до крейта. А чё, мне чё-то не пишется? А, мне сейчас крашит малой, походу. Вот теперь вылетел, да? Теперь да. Как только мы начали подплывать к дому, 20-го кикнуло с сервера, а ко мне заплывают 2 джаггера. Лодка! Двадцатый, они залезут. Там 2 джаггера. Один в воду спрыгнул, оба в воду спрыгнули. Но вроде как даже в соло мне удалось успешно от них отбиться. Не, ну 2 фулл джаггера на маленькой лодке и хазмат — это сильно. Там, кстати, последний чинук уже открылся, ты скоро зайдешь? Нас бахают. Серьезно? Прям сейчас рейдят, я не рофлю. Блять. Сколько ты будешь еще заходить? Мне чуть-чуть осталось, бро. Блин, слышишь, нас уже могли зарейдить, я не вижу гаражки на входе. Они просто пробахивают. Короче, я беру коптер, разбиваюсь на крышу. Двери шкафа нету. Поживи чуть, малой. Убил. Чинук, не забудь лутать, нам взрывка нужна. И опять нас зарейдили, пока нас не было дома. И в этот раз я уже не собирался это просто так оставлять. Потолком застроили. У нас взрывка, походу, вся снизу. Дверь не наша, снизу. Они одной дверью застроили с 20-й. У меня лодка. Да мне тяжело залезли, малой. Они уже надо мной. Меня коптер разбил. -1. Там не было взрывки. Че, ну ке последним не было? Только сопля. Порох есть, сера есть, все есть, но нету взрывчатки. Тут... Я лечу. Блин, я верстаки все сюда переносил. Я не слутал еще снизу фулсеты с калашами. У меня есть 3 скоростные. Если выпадет пару сочель или стак разрывы, было бы идеально. Смертоносец. Косорубчик какой-то вообще. Кто это такие? Они рыли, давай, сочельки нужны, брат. У меня фулл инвентарь, мне некуда скинуться. На пол скинься. Где? Вода? Я не вижу. Булькнул. Чекай с крыши быстрее меня. Не успел. Я прыгаю за ним? Да. Если что, всплывай на меня. Да. Чё? Ничего нет из взрывки. Чё мне, можешь летать в этот? В NPC рякнуть компоненты, изучить бобовку, там накрафтить, прилететь? Ну да. Этого должно хватить. Блин, 150 топлива, ладно, надеюсь, хватит. Мне кажется, они ночью только приплывут. Ты там килл накрафтил? Да. На все скрафчу, просто не напрягаясь. Так, ну надеюсь, что эти щелы не оказались ультрагениями, и это все время они не сидят бесшумно в хате и ждут чего-то. Блин, чел, у нас дома был скраб, я надеюсь, они его не потратили, блин. Давай бибивки. Опа! Где ракетница? Давай за ракетницей.
Тут ящик с компонентами сломался, залутаешь? И куда его перенесу, скажи? Ну, в себя, а то он пропадет сейчас еще. А, он маленький. Все, диспавнится. Друзья, не успели перенести там ящик один большой, пустой или что? Калашей нету. Надо застроиться, короче, суть в этом. Я крафчу дверь. Ну и третьего верстака, собственно, где? Реально перетащили? Да. Ну, они забрали самое ценное. Компонентов какую-то часть они взяли. Забрали все калаши, что были. У нас было строки две калаши, не меньше, типа. Сверху очень много все равно. Ну, сейчас просто полетим кого-то рейдить. У нас оставалось совсем чуть-чуть взрывки. И чтобы отвлечься, мы решили зарейдить тех самых соседей, которые что-то взрывали на берегу. Вот на этот дом я имею в виду. Выглядит неплохо. Думаешь, хватит? Он с фонариком внутри. Че, мне взрывку пока прикопать? Пока мы метку ходить ставить будем. Я, короче, закопаю стэш еще. Прикрывай. Ладно, я иду давать залп. У нас МЛРС-ка была направлена на наших соседей, лол. Я запускаю. Они летят. Отбегаю, отбегаю. Что-то хоть сломало? Да. Умалой! А, подожди, ты? Ты меня нокнул. Он здесь стоит. У меня зеленки не было на тебе, прикинь. У меня КД 7 секунд. Он в доме сидит. Не теряя времени и не опуская руки, мы вернулись на камбэк. У него вход через второй этаж, чтоб ты понимал. Крыша. А, ну, три хита, но там прошли, не прошли, непонятно. Он умер. Я в доме убил двоих. Отлично. Теперь у них КД на спальниках. Осталось только принести взрывчатку. Гандрап поставили. Надо, чтобы они дверь открыли. А в смолстэше вместо взрывки я закопал топсет с элкой. Было бы весьма славно, если бы они открыли. Сейчас забай еще, подожди. Не, так навряд ли ты их забайтишь. Гаражку изучил. Че? Спасибо, мужики. Что? Подожди, знаешь, как я сделаю? Да отойди, я просто кину пару... Я сейчас под... Я жив, очень больно. Там солится вроде, малой. Мне надо отхилиться. Два голых. Два двухствольщика! Обоих убил. А, мне голову дали селки, походу. Слышишь, он, походу, мой стэш раскопал с калашом и с этим. Надо ломать трап. Ломай резче. Сломал. Улицу чекай. Там галочка еще под тобой. Боже, там 10 трапов еще стоит. Да взорвитесь! Шкаф. Бобовки. Сейчас сломаю. Ничего себе. Снизу. Я смотрю, не прижимаю. Че, братан, свои же трапы убивают, да? Ладно. Поставь здесь, пожалуйста, двойную дверь. Ща. Как же нам хватило вопросов? Это просто забей, как нам хватило. А, понятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты почекал лут, да, уже? Да.
Ой-ой-ой, лучше тебя подверстачку. Слушай, лут очень похож на наш. Какие никнеймы у типов? Но ники другие, камер с ноутами нет. Стоп, а ты вообще видел взрывчатку, типа там оружие? Да-да. МВК там, ну вот типа... Можно было бы сказать, что ура, месть удалась. Но как оказалось, это были не те типы, которые нас зарейдили. Ух ты, блин. Где наш коптер, кстати? Ну, я не слышал звука улетающего коптера, должен быть на месте. Стоит, стоит. На обратном пути я решил захватить все, что осталось в смолстэшах. Не понял, подожди, что? Чё? Чё? Он что, идиот? Ну, калаша в стэше нету. Лежит элка и фулсет, а вместо калаша лежит поломанная берда. Чё? Затрейдились мужичком. Этого коня тут не было. Заводи. Оббежим скалу. Как же я читаю его, это просто жесть. С калашом моим. Да? Кто-то еще идет. Да, да. Братанчик, какой-то читаемый мув. Обосраться больной вообще. Так, там все ровно? Да, выходи быстрее, я лицом торгую. Так и должно быть. Есть предположение, что мы у этих челов забрали еще больше лута, чем у нас было? Я перестановку пока в доме сделаю. Давай, брат, я, короче, погнал. Ой. А, да я умру, сейчас идиот. Боже, наконец-то. Ура. Считай, как и не рейдили, смотри. Да-да. Мы с 20-м решили взять перерыв от файтов и посильнее укрепить дом, и также отсортировать лут, как вдруг услышали проплывающего мимо дайвера. Братишка. Здорово, брат. Я тут хотел вертик покопать, Кирка, это чуть не получилось. У меня только арбалет, все равно тебя не убью, я погреюсь, ладно? Хорошо. У вас есть что-нибудь перекусить, мужики, а то я сейчас подохну. Я думаю, что да. Да есть рыбка там, я пожарил. Иди сюда. Ой. Вот, на, покушай, не замерзай больше. Мы можем это, короче, дать тебе оружие, например, там много какого-то, или что-то в этом духе, а ты нам камня подфармишь. Ну, давайте, мужики. Напиши мне в личку, когда будешь готов. Приплывешь на лодочке аккуратно, и все, и мы там дадим тебе оружие, патрон, ну, что захочешь, короче. Ну, вот я могу тебе предложить два ледоруба. Дай ему Томпсон какой-нибудь. Я тебя скинул, возьми. Вот, короче, это, чтоб тебя не убили. Я ему скинул. От души. Все, я погнал. Хотя и очень медленно, но наш дом на воде становился все больше и больше. Что? 6 стейбла на стенах, чел, мы в дерьме. Вот уже к концу подходил второй день вайпа, и мы даже не подозревали, что все это время на нас была открыта охота. Саня пробежался по пляжу и обнаружил, что около нефтевышки посреди океана построился дом. Не теряя времени, мы прыгаем в лодку и плывем на разведку. Давай, братец, лази. Привет. Давай, запрыгивай. Фармил с буром, инвентарь камня нафармил, Кент зашел, фармил и потом ты... Кента сгрели. Ну, короче, ну, там лука. Большая лодка дает... О, стоп, она, кстати, увеличивает, гляньте. Да? Угу. Чуть-чуть. Двери открывают. Подожди, друг. Штурмовки. Ого! Я вообще вниз упал. Минус один. Еще два. Минус один. Снизу. Он убил его. Меня убили? Это я был.
Меня свой убил. Походу его убили, 20-й. Я на крышу выхожу. Убили. Меня убил свой, а его убил... Не свой, короче. Пипец, ну сишка меньше. А, 10 IQ малой. А-а-а. Угу, вот так и думал, кстати. Ну мы такой дом, я не знаю, по фундаментам, да, только если. Да-да, вам не показалось, опять на нас точат зуб и хотят зарезать по фундаментам, а мы даже ничего не подозревали. И в этот же момент мне пишет человек, который со своими друзьями нас зарезал, пока мы были на карго. Он извинился и сказал, что это было не специально. А пробегая по берегу, мы замечаем очень интересный домик, который решаемся зарейдить. Беру 6 сачелей. Ты меня одеваться? Да. Ну, я вижу гаражку на спуске. И причем не одну. Че там? Ящики уже вижу, малой. Да это верхний этаж, печи. Блин, это штурмовка просто имба. А, подожди. Почему потолка нет? Повезло, получается. Он пишет, там ничего нет, все задисали. Чел, серьезно? Ой, давай дорейдим и все, в чем проблема? Да он не прислал даже уведомления, тут ящики пустые, мне кажется, он не обманывает. В итоге мы напоролись на дом тех, кто рейдил нас в самом начале. Поскольку мы играли с 20-м целый день, мы уже хотели отдохнуть, поэтому оба отошли по своим делам, и тут через 10 минут случается это. А у них все в камне. Мы можем накрафтить сишек на кнопку. И просто все разом взорвать. Полностью все подготовив, мы стояли в кибитке и дожидались рестарта, который должен был произойти в 2 часа ночи. На самом деле в наши планы не входил рейд сразу же после рестарта, но пока мы готовились, прошло слишком много времени. И вот наконец наступает долгожданный момент рейда. Я надеюсь, что все обрушится, если честно, очень сильно надеюсь. Давай. Сейчас. На! На! Там попадало, ебать! Вау! Вот и не сказ. Убил одного. Училась сишка в инвентаре. Калаши, тут калаши. Ой, элка. А че, у них столько МВК, но фундамент что-то было в падлым западе, я так понимаю. И вот из-за такой грубейшей ошибки мы полностью лишились нашего дома, в прямом смысле. Как остаться без дома, блядь, за 2 минуты. За 2 секунды. Сколько ты срал? Мне не было минут 20, ты гонишь. Так, меня вообще дисконнектнуло почему-то. Меня тоже, прикинь. Меня просто дисконнектнуло с сервера. Ну, я ФК шел на крыше, но кровать у нас была снизу, но нас, походу, зарейдили фул. Но я еще до последнего не понимал, что произошло, и просто в это не верил. Ну, типа, серьезно? Вот почему так всегда стоило мне отойти, и что-то случилось? Джоэр. Ну как он пишет? Чуваки, надо съебывать нахуй отсюда. Пец, ну это какой-то мем. Пол хаты нету, походу они просто фундаменты нам снесли и мы осыпались. Вы реально накидали на фундаменты сихи? Да, мы просто на фундаменты сихи. Чебанутый, блядь, ребят. Я не уже засыпал. Да, у нас пол дома нету. Я не понял, вы случайно моего дома тут не видели? Дом? Ты о чем? Тут вроде все так и было. Нет? Все понял. Чтобы нас по фундаментам не снесли, я поставлю в самый низ на дно турели.